по возрождению культа семьи, культа рода, в которых, двух этих культах, все наши беды в отсутствии их. Когда Никита Сергеевич Хрущев начал программу переселения в Хрущевке, когда мы начали строить вот эти многоэтажки, когда люди побросали свои родовые поместья, дома усадебного типа, когда оставили там бабушек и дедушек, разрушились родовые связи. России надо приобрести сегодня великое лицо, которым она славилась. Она славилась всегда общинным образом жизни, родовыми отношениями, сохранениями преемственности и традиций. Это возрождение культа семьи и рода, родового поместья, исходя из этого увеличение строительства индивидуального жилья для крепкой семьи, а не беготни по этажам с убеганием от своих отцов, матерей, тем более заброшенных бабушек и прабабушек.